Всем доброе утро! Я отвезла Максима в садик, и сегодня у нас утром было минус 30 градусов. Днем вроде как потеплее будет, надеюсь на это. Вот. Я сейчас позавтракаю и поеду в магазин. В детский мир нужно купить машинки. Вчера мы две машинки, в общем, брали с Максом, чтобы племянникам отдать там у бабушки. Но там был только один, поэтому он вторую машинку забрал себе. Вот надо купить и привезти обратно к бабушке еще одну машинку. И Максу синюю он попросил взять ему. Так что поеду за машинками сейчас, после того, как позавтракаю. Ко мне тут кот лезет, прыгает на ноги мне. Я ему когти подстригаю каждую неделю. Они у него так быстро отрастают. Ну, я по чуть-чуть совсем срезаю. Он так мурчит, мурчит. В общем, пошла я завтракать. Коля, кстати, пришел с ночной смены, лег спать уже. А я сейчас позавтракаю и поеду. Ну все, я поехала в детский мир. У нас такое солнце классное, прям обожаю, когда солнце светит. Сразу как будто бы скоро весна. Сейчас, в общем, поеду. Посмотрю, покажу, какие машинки. Они недорогие совсем, потому что совсем дешевые, еще и по акции. Поэтому Максу возьму еще одну такую машинку. И будет Максим рад после садика. Кстати, он сегодня проснулся вообще хорошо. Будильник, получается, прозвенел. Я проснулась, и Максим подскочил. Первый раз он так проснулся. Видимо, за месяц отоспался. Я вроде не так долго дома была, но машина полностью остыла. Поэтому сейчас маленько посижу, подожду, пока она нагреется. И буду выдвигаться. В магазине не снимала, потому что там играла музыка. В общем, вот такие вот машинки. Ну, типа Лего. Также собирать надо. Тут детали вот 46 деталей, 48. По-разному. Такой вот мотоцикл. 77 деталей. В общем, они стоили по 120 рублей, по-моему, коробочка одна. Да, 119. Ну, в общем, вот. Поеду сейчас к бабушке, отвезу. Немножко у бабушки побуду. И поеду домой. Я уже съездила к бабушке, приехала домой. Забыла Максимкины фигурки у бабушки взять. Так что, ну, я в пятницу тоже туда поеду. Надо будет не забыть. В общем, Коля уже проснулся, там он лежит в телефоне, ковыряется. Уже пора ехать за Максимом. Так что сейчас, ну, ты поедешь со мной? Да я вот что-то не знаю. А кто знает? Ехать или не ехать. В общем, у меня сегодня в планах огурцы пересадить в большие эти горшки. Но для этого нужно заехать в семена для Сибири, взять землю, потому что нету земли у нас. И вот такие вот дела, планы на вечер у меня такие. Ну и дома надо убраться. Максим сказал, что надо полы помыть. Вчера еще я так и не помыла. А огурцы вот такие вот уже огромные. 4, 5 листик, уже 6 вон лезет. Ну и усы начали они уже пускать. Поэтому я сегодня оборву вот эти огурчики, пересажу. Тут, получается, у меня 4 огурца, которые нужно пересадить. Здесь вот есть, но они еще маленькие. И буду подвешивать их вон туда, на веревку. Ну, также здесь на подоконнике будут стоять. Так что вот такие вот планы. Коля все-таки решил поехать со мной. Я его уговорила. Решил он поднять свою попу с дивана. И все-таки мы едем вместе. Мы забрали Макса, он там сидит, грызет батончик. У кого-то был день рождения, раздавали батончики. Максим сказал, что ему такой же нужно купить. А только батончик вообще непонятно, где он. Я такой не видела ни разу. Сейчас будем по всему городу искать батончик. Сейчас поедем в семена для Сибири. Там за батончиком. Все купим, что нужно мне. Да, и поедем домой. Поедем домой. Батончиком. Да, а Максим, а тебя дома ждет машинка синяя, которую нужно собирать.
которую это ты раз. Хотел. Да, а во-вторых, это завтра, когда в садик пойдешь, там и спросишь, где батончик такой брали, и все, если так хочешь. Все. Окей. Ну, чтобы мы не бегали и не искали по всему городу. Ты помнишь, у кого день рождения было сегодня? Вот у него и спросишь. Может, у нее. Может, у нее. Это девочка была. Ну, вот как девочку зовут? Я угадал. А, не знаю. Максим еще как-то не очень у нас, у него памятные имена. Не, вот у меня, допустим, вот на цифры, да, например, память хорошая, да. Вот я запоминаю цифры хорошо, а вот, допустим, имена плохо запоминаю. Макс тоже имена плохо очень запоминает. Я вот в имена, честно говоря, вообще никогда не вникаю, просто как кого зовут. Ну. Он запоминает имена своих друзей, вот с кем он прямо играет постоянно, вот их он помнит. А таких, кто так мелькнет пару раз да. за день перед он, глазами. Он не запоминает ненужную информацию, да, получается. В общем, приехали мы в семинале Сибири. Я с горем пополам встал, потому что я вообще не выспался. Света ходит, там что-то выбирает, смотрит. А мне тут как бы, ну, как я и в тот раз говорил, не особо интересно. Буду ходить просто рассматривать, что тут есть. Тут вот какие-то ведра вот интересные есть. Типа вот такие. Вот. Ну и Света там уже что-то взяла. Что это у тебя? Биогумус. Биогумус опять. Надо еще этот. Вердикулит? Как нет, там? Таблетки, блядь, один взять. Тердикулит, вердикулит, что-то такое есть, короче. Смешное такое название. Декоративный светильник. Короче, ничего такого интересного для меня тут нету. Поэтому я не особо хотел сюда ехать. Максу тоже здесь не нравится. Мы, короче, чисто здесь из-за Светы ходим. Да, Максим? Что? Тебе нравится магазин? Да? Да. А, нет, Максу нравится, оказывается. Одному мне, получается, только не нравится. Тут, ну ладно. Тут телеги низкие. А, Максу телегу нравится катать. Вон он катает телегу. Ему, короче, все нравится. Ну, а Свете интереснее всех. Она ходит, выбирает что-то, какую-то землю, я не знаю. Ну, какую землю взять? Думаешь, какую землю взять? Я вот смотрю, чудо-грядка. Не? Питательный грунт. Смотри, какие вырастают овощи. А нам цветы какое? Посадить. А, нам цветы? Какие цветы? Нам огурцы надо. Максу цветы надо. А, да? Я думаю, хватит одной. Так, а кто-то все потащит, интересно. А ты думаешь, для чего я тебя взяла? С собой. А, вот оно что. Все понятно, короче. Неуправляемая. Ну, сейчас а папа. Вот, кстати, можно огурцы подвязывать. Ну да, кстати. Только как ее туда поставить, если она? А сколько стоит такая? 6 рублей. А. Вот так в горшок поставим. Ну да, можно. Нет. Я тут такого чувака интересного нашел. Ну, фигурка, в общем. Идите в баню. Сейчас покажу. Такую в баню поставить. Ну, возле бани прикольно будет. Вот. Такая, ну прям классная достаточно. Много всяких разных фигурок таких интересных. Это вот все, что я такое более-менее интересное нашел. Что вот можно посмотреть. Фигурок вообще полно. Кстати, сколько стоит? Банщик 3000 стоит. Ну, недорого, в принципе. Так он большой такой. Хорошо, хоть Света не взяла большой грунт. Я не знаю, 50 там килограмм. Я в литрах, 50 литров. А то тащить так неохота, капец. Хожу, не знаю, чем себя тут занять. Я их что-то потерял, пока фигурки рассматривал. Они, короче, куда-то ушли. Хотя магазин, в принципе, небольшой. Но что-то я их не могу нигде найти, ни в каком отделе. Сейчас. Сейчас, думаю, найдутся они. Нифига себе. Пульверизатор, представляете, вот такой вот. 1500 стоит. Что в нем такого особенного? Я пока не понял. Вот и Света нашлась. Я пока пульверизатор рассматривал, который 1500 стоит. Света с Максом. Ты показал его? Ну да. Света с Максом пришли. А еще тут я Максу нашел совок, в общем. В песочнице играть. Сейчас покажу.
Вечный просто. В общем, такой вот совок. Ну, правда, он такой большеватый. Немного. Вот. О, мне это пригодится. Да нет, тебе не пригодится, Максим. Ты же уже вырос. Пригодится. Максиму все пригождается всегда. Все, что не возьми, да? Я просто думал, что ты такой мне. Да ладно, что ты. А не такой, да? Короче, Максиму все, что... Будем это. Все, что он видит, ему все пригождается. Пойдемте на класс. А это вот, смотри, есть совок поменьше. Вон наверху. Короче, вот можно... У Макса уже этих совков целая куча. Вон грабли есть маленькие, смотри. Можно, короче, брать всякие такие игрушки, типа в песочницу. Долговечные, так сказать. Ну вот и все, мы уже приехали домой. Максим у нас собирает машинку свою. Там вот расположился. Прям у него хорошо так получается. Я думала, что у него, ну, что он не сможет. Он прям соображает, все по порядочку собирает. Ну, у меня... чуть-чуть пропустил. Да, пропустил маленько. Помогла я ему. В общем, буду сейчас я с огурчиками заниматься. Еще сегодня столько дел много. Нужно белье погладить. Вот там целая куча лежит. Еще на сушилке сушится. И уже следующее стирается. Так что надо все это быстренько как-то делать. Сейчас отнесу это все на кухню. Сделаю быстро зимирку. Потом покажешь, когда все соберешь. Так интереснее будет. Унесу, в общем, сейчас все это на кухню. И буду пересаживать. Мама, после 8-9? Да. Я пока Света там цветы пересаживает. Сижу, смотрю. Ну, там по дрому лажу машины всякие разные. Смотрю. Короче, отдыхаю маленько. Что-то не могу никак себя прийти, потому что я не выспался вообще, капец. Не знаю, что-то, короче, не могу никак очнуться, и все на этом. В магазине я еще купила глиокладин, аллерин и гамаир. Аллерин и гамаир я буду использовать для профилактики. Надеюсь, что для профилактики. Вот, и, ну, не сейчас, а глиокладин я сейчас по 2 таблеточки буду сюда складывать, в эти горшочки. Горшки эти у меня 7-литровые, и я сейчас огурцы пересажу, и они уже так и будут в этих горшках расти. Туда я не буду насыпать ни керамзит, ничего такого на дно, потому что здесь и так огромные дренажные отверстия, поэтому там вода точно застаиваться не будет. В прошлом году я сыпала сюда керамзит где-то, наверное, ну, чуть меньше, чем 1/3, наверное. И земли было недостаточно для этих, для огурцов. Поэтому сегодня я ничего сыпать не буду. Прямо будет там все эта земля в этих горшках. Максим вот собрал уже почти машинку. Вот видите, я тут вот так сделаю. Давай, собирай целиком. Вот они, огурчики. Уже начали заваливаться, поэтому их нужно обязательно пересаживать уже. И вот так вот я буду прямо на самое донышко их сажать. И просто буду потом постепенно досыпать землю. Огурчики все я сейчас удалю. Ну, не все, до 4-го листа, которые вот здесь вот вообще уже крупненькие такие. Скоро уже цвести начнут. В общем, вот такие вот дела. У меня тут помощник. Такой вот. Рыженький помощник нарисовался. Будем сейчас с ним вместе тут все пересаживать. В общем, так вот у меня получилось. Подвязала я огурчики до самого верха. Столько теперь у нас тут веревок висит. Ну и все, и теперь они могут расти аж до самого потолка. Ну как раз уже потеплеет у нас, и я их перенесу на балкон. Помидорчики тоже вот эти сюда поставила. Можно обратно поставить. Это я просто не знала, как тут все разместить. Один лимон пришлось унести на кухню. И вот так вот все уместилось у меня. Персик у нас бесится. Папа. Ну, как он лазит-то. Папа любит. Папа, да, любит. Максим у нас играет в телефон. А я уже две масла добыл, смотрите. Мои. Угу. Это мои.
Твои? В общем. А вот эти две. Ты купил? Да. Максим тут что-то лепил. Ну, в смысле, это рисовал. Сейчас вам расскажу все. Давай. Что я лепил? Да, открой сначала. Доставай. Ты какой хитренький. Доставай. Я тебе разрисаю. Ну, спасибо. Две пленки таких. Это на которых я рисовал. Это кто? Это. А кто это хочет, чтобы был? Так это кого делал? Тебе. Вот это телефон, да? Да. Вот так. Да. Так, это что у нас такое? Это машина. Вот так? Да. Интересненько. А ох, это что? Где? Это? Это я не делал. А кто это делал? А-а-а. А это что такое? Факел? Это фломастер. А, он фломастер. Так, ну это уже можно переложить в обычную воду. Да, я пока погоняю на машине. У нас тут до сих пор эта вода с порошком здесь. Потому что мы ее вылить не можем. Пока что, пока у Макса гель не закончился. Здесь обычная вода. Тут все Максимкины фигурки лежат. Вот, каждый день по чуть-чуть что-то новенькое делает. Вот и подошел наш день к концу. День как-то прошел странно. Я что-то с работы пришел. Во-первых, я ехал очень долго. Ну, потому что пробки были капец. Вот. Приехал домой. Это, наверное, уже в 10 часу. Хотя работаю как бы, ну, до 8. Вот. Поспал. Проснулся что-то. Побродил немного. Вот съездили за Максом. Пришел домой. Вот пока я в телефоне сидел, короче, опять уснул, проснулся, маленько что-то походил. Уже спать опять пора. Да, и уже спать, короче, пора. Я что-то, я до сих пор так и не могу очнуться, не знаю почему. Первый раз такое, по-моему, что вот так вот просто, ну, не могу в себя прийти и все. В общем, сейчас пойду чай попью, ну, с бутером с кем-нибудь там, не знаю. Ну, и я. Даже есть особо не хочу. А Максим хочет... поесть, видимо, чтобы не спать. Максим всегда, как только надо ложиться спать, он сразу говорит, я есть хочу. Да-да-да. Есть, потом сикать там, все остальное, в общем. Все, сразу дел появляется целая куча. Так что... Ну, а я, пока Коля спал, я столько дел переделала. И погладила, я там все белье перегладила. Полы тут тоже все, короче, убрала. Говори. Знаете, что? А я в игре... Знаете, чем нашел? Гелик. Очень гелик? Важная информация. Я думаю, всем пригодится. А я хочу... Ну, много смотрел рекламу, где рекламируют Sony PlayStation 5. Не в тему немного. Ну и ладно. В общем, думал взять на прокат, что ли. Ну, короче, хочу поиграть, капец. Хотя мы брали на прокат давненько уже. Четвертый, по-моему, или третью Соньку. Ну, давно это было. А, в общем, мы в нее поиграли, брали на сутки, поиграли на минут 20, да, и все. Ну, да. Ну, фигня какая-то. Ну, игр мало, все остальное. Тут я сидел вот на ютубе, смотрел, есть там игры на двоих, там какие игры есть на двоих, чтобы можно было поиграть. Эти VR-очки как бы одеть. Ну, короче, я думаю, интересно будет. Ну, не знаю, опять же. Ну, стоит, не стоит взять, например. Ну, так, чисто вот сейчас пока выходные, чтобы так вот вечерком, ну, время провести, почему бы нет, попробовать. Там просто игра есть одна классная, Человек-паук. Ну, все говорят, что она прям крутая. И вот, ну, в нее хочу поиграть. И там и еще я. Игры на двоих, как бы, ну, со Светой, да? Нет, со мной. С Максом. Ну, либо с Максом. Со мной. В общем, мы видео сегодняшнее будем уже заканчивать. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.